Официальные лжецы мира пытаются оправдать погребенные и наклоненные конструкции и их расчистку. Они наполняют наши головы историями, постоянно меняющейся геологией, но им становится все сложнее, когда мы обращаем внимание на Америку. Если верить их рассказам, то все здания, которые мы видим на фотографиях 19 века, построены недавно в американских городах. Почему мы видим знаменитые сооружения, такие как столичное здание в Вашингтоне, согласованная инфраструктура которых очень глубоко уходит в землю? Опять же, несоответствия не складываются. Зачем слаборазвитым людям тратить ресурсы, время и энергию на строительство фундаментов зданий, чтобы соответствовать стилю, который мы можем видеть над поверхностью? Фундаменты не должны были содержать колонны. Колонны, как нам говорят, являются стилистическим выбором, а не функциональным. Так зачем они делали это? В двух словах, они бы не стали. Мы видим изображения, свидетельствующие о том, что люди 19 века на самом деле были озабочены перемещением большого количества, просто огромного количества грязи, которое мы видим на уровне земли, и раскопками существующих сооружений. Последовательность и распространенность погребенной архитектуры повсеместно указывает на то, что произошедшее было событием мирового масштаба. Несмотря на региональные различия в накоплениях естественного слоя почвы и эрозии, официального объяснения, которое оправдывало бы погребенную архитектуру, которую мы видим, нет. Нет объяснения такому количеству грязи, которую мы видим на фотографиях городов 19 века. На дорогах куча грязи от расчистки, они неровны, земля разорена, но архитектура великолепна, совершенна и не тронута. Аплодисменты литературоведам за нагнетание тумана, вводное сравнение и метафору в написании портрета Лондона как развращенного центра на фоне растущей индустриализации. Многие часто упускают из виду, что Чарльз Диккенс в 1852 году в романе «Мрачный дом» открывает другую картину. Лондон. Недавно окончился осенний семестр, и лорд-канцлер, сидящий в Линкольнс-Инн-Холле, неумолимая ноябрьская погода, столько грязи на улицах, как будто воды только что сошли с лица земли. Разжижение вызвало хаос по всему Крайстчерчу. Тогда это были единичные способы, и города только частично были затронуты. Невозможно, чтобы одновременно произошли такие землетрясения по всему миру. И даже Википедия нам говорит, что разжижение может произойти естественным или искусственным путем в результате землетрясения или другого внезапного изменения напряженного состояния. Даже если бы это было так, мы не видим таких же структурных повреждений зданий в 19 веке, как в случае с Крайстчерч и Нагота. Большая часть погребенной архитектуры, которую мы видим, не тронута. Она либо затонула, либо поднялась от уровня земли, но на расстоянии не более 3 метров. Иногда равномерно, а иногда частично погребена в холмах, покрытых грязью, как будто там были огромные оползни. Странные случаи погребенной архитектуры позволяют сделать следующие выводы. Первое. То, что лежит под ними, не является остатками предыдущих цивилизаций. Чаще всего погребенные конструкции не противоречат архитектуре, которую мы видим над землей. Второе. Сооружения немного больше по размерам, чем предполагалось изначально. И, следовательно, они еще более невероятны для викторианского поколения лошадей и автомобилей, и тех, кто существовал до них. Третье. Естественное накопление слоя почвы и разжижение почвы не является удовлетворительным объяснением того, что мы видим здесь. Что бы ни происходило, это должно быть что-то гораздо большее и распространенное, как, например, естественный или искусственный болезненный катаклизм. Четвертое.
Как показывают многие фотографии 1800-х годов, многие граждане были ответственны за перемещение огромного количества грязи, выравнивание земли и раскопку строений. Это предполагает, что все произошедшее было совсем недавно. Пятое. Полное отсутствие разумного базового обоснования скрытой архитектуры, которую мы видим, предполагает, что контролеры нашего царства намеренно пытаются скрыть все, что произошло. Что из опустевших городов мы видим в ранних фотографиях? Если они были пустыми, то должны спросить, почему? Мы также должны спросить, как туда попали люди, в конце концов. Интересно, что сам Чарльз Диккенс литературы 19 века в общем плане дают нам ключи к разгадке. Две центральные темы, проходящие через викторианскую литературу 19 века, это брак, женское целомудрие и сиротство и усыновление. Многие из вымышленных персонажей, которые мы полюбили за это время, это сироты. У нас есть Оливер Твист и Пип из «Больших ожиданий». У нас есть маленькая сирота Джейн Эйр и Хитклифф из «Грозовой высоты». У нас есть Маугли из книги «Джунгли» и Казета из «Отверженных». У нас есть Хайди, Рапунцель, Питер Пен и Белоснежка. У нас есть Том Сойер и Гекльберри Финн и Энн из «Зеленых крыш». Это были книги своего времени. Что касается распространения сирот, единственная проблема, что эти произведения романтизируют сироту как фигуру, по умолчанию оторванную от общества, и поэтому прокладывает свою дорогу как одну из непредвиденных возможностей. Это не было реальностью. Тема брака и целомудрия, коих было множество в литературе 19 века, в работах Джейн Остин, Бронти, Джорджа Эля, Диккенса, Томаса Харди, Льва Толстого, Виктора Гюго. Их было много. Это было ничем иным, как тщательно замаскированной пропагандой, с единственной целью укрепить и обосновать рамки социальных ценностей, которые бы разлучали детей с их матерями. Дети, рожденные вне брака, считались незаконнорожденными, а значит, не имеющими юридического статуса. Небрачные дети были серьезным клеймом на протяжении всего 19 века. Большинство работодателей не брали на работу женщин с небрачным ребенком. Многие незамужние матери с незаконно рожденными детьми оказались без дома, в угрожающей ситуации, голодные и истощенные. Их единственным убежищем мог быть работный дом, где они должны выполнять самую грязную работу. В некоторых местах женщины с незаконно рожденными детьми были выделены и должны были носить специальную униформу, подчеркивающую их статус незамужней матери и падшей женщины. В результате было создано огромное количество учреждений и детских домов. Это лондонская больница для подкидышей. Это было очень востребовано в 19 веке. Посмотрите на ее размеры. Чарльз Диккенс был одержим этим местом и вдохновлен, как говорят. Специальные записи говорят нам, что около 4500 матерей передали своих детей в это огромное здание. Но это было лишь одно учреждение. Википедия дает нам неполный список из более чем 64 детских домов, основанных в Великобритании 19 века. Список является лишь частичным. Огромное количество детей, оставшихся без родителей в 19 веке, были хорошо задокументированы многими исследователями. И большинство из них согласны с тем, что невозможно установить цифры, реально отражающие их количество в тот период. Их след не попал в книги рекордов, он попал в грязь, а потом смыт. Это было не только в Великобритании, это было всемирным явлением. В одном только Нью-Йорке было 4 приюта для подкидышей, обрабатывающие тысячи детей ежегодно. К началу 20 века Италия сообщала о 32 тысячах детей в год, Испания и Португалия – о 15 тысячах ежегодных подкидышей. До 1860 года 374 тысячи младенцев было принято приютами Милана и Неаполя. Историк Дэвид Ренсел утверждает, что к 1880 годам Москва ежегодно принимала 16-18 тысяч младенцев.
и ежегодно отправляла более 10 тысяч из них в отдаленные деревни для содержания. В 1882 году было рассказано, что 41 720 подкидышей из московского дома жили в 32 тысячах семей, разбросанных в 4418 деревнях. В дюжине деревень было более 90 приютных семей. Дэвид Рансел.